Добрый день. Я рад, что в зале почти что столько же людей, сколько на сцене, даже больше. Сегодня мы показываем программу, которую я назвал «Музыкальные акварели». Программа эта написана в таком стиле джазового импрессионизма. Или, как многие музыканты знают, в стиле ИСЕМ, студия, которая занимается выпуском пластинок и пропагандирует именно, на мой взгляд, именно такую музыку. Музыкантов я представлю чуть попозже, потому что если они будут не очень хорошо играть, то какой смысл, я только себя представлю, да и все. Первое произведение написал мой друг, феноменальный музыкант, один из лучших валторнистов мира, Аркадий Шелклобер. Спасибо. Я надеюсь, что это он услышит по видеозаписи, конечно. Он именно этот кусок посмотрит, все остальное вырежет. Произведение называется «Интрадо». Thank you.
Я вам хочу напомнить, что сегодня наш концерт в формате, я даже взял бумажку, в формате By Heart You Want. С перевода с нерусского на русский это значит пришел, услышал, заплатил. Там, где должна быть коробочка такая. Гитар, да, гитар. Для того, чтобы я смог рассчитаться с музыкантом, потому что Дима мне сказал, что он сегодня, если меньше 40 тысяч рублей не получит, он говорит, что вряд ли эта программа будет звучать еще. Он перемотает назад и... Значит, следующее произведение, которое мы рискнем исполнить для вас, произведение Эдди Харриса, называется «Freedom Just Dance». Для тех, кто не очень хорошо знает английский, я переведу. «Свободный джазовый танец», насколько позволяет мне мое знание английского. Можно свобода, просто танцуй. Да, просто танцуй. Можете танцевать вот здесь. И мы что-нибудь спляшем. Итак, «Freedom Just Dance». Thank you.
сейчас мы исполним произведение, написанное, я извиняюсь, мной. Называется «Одинокий колокол в пустыне». Произведение, ставшее уже легендарным. Многие его исполняют, многие мне звонят, или звонят, спрашивают, говорят, можно исполнить? Я думаю, говорю, знаете, вам еще рановато, потому что не можете выразить вот тот накал, который я подразумевал. Произведение написано в память о моем педагоге, который учился в институте Гнесиных, Анатолий Васильевич Соболев. Итак, «Одинокий колокол в пустыне». Thank you.
Сейчас я хочу сделать небольшой эксперимент, но я думаю, тем интереснее будет слушать его, потому что сейчас приглашаю своего друга Александра Костикова, и мы с ним. Дело в том, что где-то год назад был фестиваль в культурном центре «Дом», и там Саша выступал с трубачом с Андреем Соловьевым. И вот как раз он вот на этих музыкальных приборах, которые он называет музыкальные чаши, он аккомпанировал ему, и на меня это произвело впечатление. И вот сегодня наконец-то мы решили попробовать вместе сыграть, потому что еще полгода назад я Саше рассказывал об своей идее. Он согласился, но получилось встретиться только сегодня, вот буквально в час дня. Произведение, которое мы исполним, я назвал «Индийские сны». Навеяно оно мне было моей встречей с одним из гитаристов украинских, который пригласил меня домой. И говорит, у меня дома есть индийская флейта, хочешь, я на ней тебе поиграю? Я говорю, ну поиграй, мне интересно. И он начал играть, и вот буквально 15-20 минут я растворился в пространстве, потому что это было такое просто музыкальное варево, я бы сказал, музыкальный какой-то, не знаю, кумар, что ли, я просто купался в этих звуках, и когда он закончил, я в этот момент очнулся и понял, что что-то надо подобное попробовать сыграть на контрабасе, потому что контрабас, конечно, гораздо лучше, чем флейта, во много раз, тут даже и говорить, во-первых, больше, начнем с этого. А вы знаете вообще, чем отличается скрипка от контрабаса? Только не надо помнить то, что горит дольше. Просто контрабас – это, в принципе, та же самая скрипка, только гораздо нежнее. Итак, произведение одного из самых, я бы сказал, востребованных композиторов современности, одного из самых легендарных композиторов, который исполняется во многих концертных залах у нас в стране и за рубежом, и даже, не побоюсь этого слова, в Америке. Это зовут его Игорь Васильевич, фамилия Иванушкин. Я хочу, чтобы поприветствовать этого автора. Итак, «Индийские сны».
О том, что Саша будет наливать воду. Все остальное было импровизировано. Вода дистиллированная, хорошая. Фирмы «Русский лес» или что? Не, запишите на мой счет. И закончим мы произведение. Эту программу произведение написано, опять же, я извиняюсь, мной. Небольшая предыстория перед тем, как начать его исполнять. У каждого человека в жизни происходят разные события. Иногда эти события хорошие, иногда не очень хорошие. Иногда, когда ты вспоминаешь о том, что у тебя произошло в жизни, сердце радуется и душа трепещет от восторга, что вот эти моменты были в твоей жизни. А бывают моменты, за которые не так радостно, а порой даже и неловко становится. Думаешь, может быть, и не нужно было мне это делать, может, не нужно было так поступать, а может быть, не нужно было вообще приходить в данную ситуацию и встречаться с данными людьми. Но судьба так решила, что ты был на этом месте, ты встретился, ты совершил, и теперь всю жизнь за тобой тянется вот этот след воспоминаний неприятных. Он временно уходит от тебя, а потом бывает, особенно это, конечно, бывает ночью, под утро, где-то часов в 6-7, почему-то не знаю, в это время навевает на тебя вот такие воспоминания, и ты начинаешь страдать от этого. И вот эти воспоминания, они лежат тяжелым бременем. Всю жизнь, наверное, будут лежать тяжелым бременем. Я думаю, что, наверное, у каждого человека бывают такие поступки. И вот следующее произведение, которое мы исполним, и называется «Бремя».